Нет, нам не сюда, похоже, ребята, нам туда. Вот в эту дыру прекрасную чудес. Монти! Боже мой, какой он красавчик просто! Хоба, всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобою сегодня наконец-то поиграем, можно сказать, в новый FNAF, а точнее дополнение к Security Breach. Руины. Ребят, приятного просмотра, приятного аппетита. Обязательно залетай в Телеграм, ссылочка будет в описании, и поставь лайкосик. Давайте наберем 5000, я знаю, вы можете. В общем, ну что ж, у меня даже вон кружечка с Фредди есть, как бы. Погнали, погнали, ребят. Блин, мы этого ждали долго. Найти Грегори. Грегори заблудился, помогите найти его. Погнали. Погнали, друзья, боже мой. Фух. Ну, вроде как нам обещают прям... Ребята, настоящую атмосферу, потому что все будет заброшенное. Напоминаю, мы будем играть за девочку Кэсси. Да, это вот как в трейлере нам показывали. То, что, видишь, все газетами заклеено. Сколько уже времени прошло. Грегори, Грегори, ты меня слышишь? Я получила твое сообщение. Блин, ребята, это вообще очень-очень круто. Грегори, ты меня слышишь? Так, ребят, давайте поднастроим немного, потому что, ну, что-то как-то слишком, по-моему, ярко, да? Ох, ребят. Ну, погнали. Пока что выглядит даже очень мило. Никак не пойму, зачем Грегори позвал меня в заброшенное место, когда его самого тут нет? На помощь, ну тут же понятно. Что это? Может, если забраться туда, будет видно? Воу. О, бедный маленький, что с тобой там? Интересно. Интересно, ребят, Федя-то тут будет? Федор, Федор! Блин, ну вот это, знаешь, атмосфера, правда. Так, ну что, нам, видимо, пора заходить, ребята. Пора. Требуется при... Без фонарика я туда не пойду. Да ладно. Так, а где нам взять? Ага, похоже, понял, ребята. О нет, только не карта, босс. Только не он, сколько нервов мне. А, ну тут он навряд ли сможет что-то сделать. Вот и фонарик, ребята, нашли. Нашли. Мы с тобой. Все, отлично. Можем идти. Можем идти, ребятки. Фанки. Блин, ну это просто все по-другому. Действительно, когда заброшенное место. Ну ты просто погляди, как выглядит, а? Ё-моё. Так, нам нужно сюда. Пойдем. Вау. О! Банкоматик! О! Блин, начинается, начинается. Это очень круто. Слушай, ну скримеры пошли. Скримеры пошли. Привет, дружище. Как ты? О, еще один дополнительный фонарик, ребята. Ну ладно. Мне он не нужен. Блин. Смотри, куда идешь. Да. Слушай, нормально так навалили нам. Мэнни. Forever. Деревяшка сломалась. О, Грегори? Он где-то здесь, ребята. Тут есть кто-нибудь? Помогите, слышите меня? Радио? А, ну это... Локи-токи. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Я в ловушке. Грегори, я получила твое сообщение. Ты где? Помоги мне. Меня что-то схватило. Оно не отпускает. Найди меня. Я нахожусь в... провале под гоночным треком. Под гонками Рокси? Это же в другой стороне здания, туда еще идти.
Да, просмотр сведений. Ага, рация моего любимого персонажа, Рокси. Ребята, а какой у вас любимый персонаж? Напишите, пожалуйста. Так. Господи, меня аж немного подлагало, и я вообще не понял. Да боже, чего так много скримеров-то тут наваливают? Я не понимаю. Ой-ой-ой, прогрузочка пошла, ребята. Прогрузочка пошла. Я вроде сейчас плавно. Блин, да что ж такое-то, а? Слушай, это круто, это очень круто. То, чего мы... Отлично. Нам сюда, друзья. Ой, вентиляция, сейчас что-нибудь будет происходить, ребят, такое нехорошее. И ой, сейчас скримаков навалят. Блин, ну это так круто, ребят, это прям вообще пушка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это может плохо закончиться. Так, ладно, давай побыстрее. Да, мы можем, если что, ускоряться. Да! Ой, блин. Фу. I'm okay. Кухня? I'm okay. Блин, я не представляю, как тут воняет, ребята. Ты прикинь, как тут все сгнило. Жесть. Просто жесть. Так, можем, в принципе, выключить. Ребят, если нужно яркость подправить, да, вы напишите. Или так, нормально. Напишите, пожалуйста. В комментариях. Птичка. Чика? What happened to you? Что с тобой? You look awful. Постарела, постарела, ничего не скажешь. Охренеть, ну это очень круто выглядит. Ребята, это очень, это просто пушка. Ребят, поглядите на это. У меня других слов нету, понимаешь? У меня других слов нету, потому что это... Это просто жесть. Ладно. Нормально. Ага, окей. У нее заряд, видимо, закончился. Все нормально, ребят, можем шуровать дальше. Помой, ля пиццочка. Блин. Что-то мне пиццу не хочется. Я думаю, сейчас после игры полюбаса тут будет пицца. Аппетитные куски. Фиг там плавал. Так, что-то как-то здесь прям очень стремновато. Что это за звуки такие, блин? Ну и помой. Ребят, сразу говорю, что эта серия, наверное, 20 минут всего. Всего 20 минут будет длиться. Вот. Но мы сегодня игру пройдем. То есть ждите новые ролики. Подписывайтесь обязательно на канал. Так, удерживайте взять. A Faz wrench. Faz ключ. Прям как моего папы. Так. А что мы с помощью... Ага, все, я понял. Я понял, что мы с помощью него будем делать. Так, и что нужно сделать? А зарядите все проводники до необходимого уровня. А, все в принципе легко. А, все понял, все понял. Хорошо, то есть нам нужно сейчас до конца вот так вот довести. И вот так сделать. Отлично. Жесть, тут можно, конечно, все вот это рассматривать, ребята. Ну, я-то знаю вас. Вы хотите, чтобы побыстрее мы шли? Блин, как это круто, а, ребят. Как будто по заброшке мы сейчас ходим. Тоже помню историю, как по заброшке с друзьями ходили. И там бомж, и это реально было страшно, реально. Бетономешалка мешает бетон. Так, что у нас тут? Все нормально. Ух, хорошо, ребята. Без происшествий, как говорится, все разваливается. Просто все разваливается. Офигеть. Пожалуйста. Боже мой. Так, ребята, не шевелитесь, пожалуйста. Бочки. Жесть.
Нет, нам не сюда, похоже, ребята, нам туда. Вот в эту дыру прекрасную сидит. Монти! Боже мой, какой он красавчик просто! Какой он, блин, красавчик! Серьезно, ему это идет! Он очень жуткий. Половина Монти, точнее, да, если быть точным. ФНАФ руины, ребят, представляю. Кейси кашляет, боже мой. Моя голова. Куда делась эта жуткая монтиподобная тварь? Монтиподобная. Нужно выбраться отсюда, прежде чем она вернется. Да. Ребят, я чувствую, что дальше... Ребят, я, если что, поправлю. В следующей серии, обещаю, я немножечко поправлю все это, чтобы не прямо лагало. Потому что оно видно. Что немного... Ну, хотя, господи, все окей, и так. Видишь, как бы чуть-чуть подгружается, а дальше нормально. Главное, что не 6 FPS и не 800 битрейте. Ребята, это самое важное. Блин, тут же ты понимаешь, какой еще будет... I, free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Маску? Блин, я вообще ничего не понял. Я даже не успел испугаться вообще. Маска? Что? Странно, это не маска, Бонни? Гляди, тут провода и все такое. Удивительно. Маска охраны. Так, надеть маску охраны. Воу! Вас приветствует Ваня, виртуальный ассистент. Так, хорошо. Обнаружен новый пользователь, выполняется снаряжение затылочного. Сохраняй спокойствие, больно не будет. Больно не будет? Точно? Офигеть, ребятки. Слушайте, ну... Погодите. Почему ты еще все здесь? Привет, реальный мир. К счастью, имплант позволяет мне передавать данные по беспроводной сети, даже когда ты не носишь маску. Еще одно потрясающее преимущество, доступно техническим специалистам класса 5. Конечно же, тебе придется снова надеть маску, чтобы заняться настоящей работой. Офигеть. Так, погоди, а в смысле? Мы типа будем сейчас... Оу. Так, ребята, секретик. Игрушка Глэм Монти. Серьезно? Мы через глич ящик проходим? Или что? Как? Офигеть. Слушай, эта игра меня все больше и больше удивляет. Так, ну, в принципе, и тут все понятно, ребят. Успеем? Да, должны. Так, есть. Хорошо. Так, и здесь я могу пройти? Нет, ну там нам придется вот так обходить. Так, ты же не будешь меня пугать? В туалетах в основном. Привет, дружище. Удерживай, чтобы отключить. Да ладно, мы можем, что ли, аниматроников выключать? Включать на время? Уж интересно. Могу поклясться, та дверь была заблокирована. Угу. Не, ну я уже не удивляюсь. Я привык, офигеть, какой красный туалет. Нас приглашают, ребята. Нас приглашают. Так, а... Туда я могу спокойно идти, да. А здесь что? А здесь секретик еще один. Ребята, будем сейчас собирать. Пиньята Бонни. Смотри, какая. Блин. Так, убираем пока маску, давай. Блин, как я с Монти не хочу встречаться, он прям сразу, прикинь. Я все думал, что его как-то вот, ну, не сразу все-таки. Ой. А это еще что такое? Это станция камер наблюдения для технических специалистов компании Фасберг. Чаще она уже установлена.
Так, значит, на питание. Так, ну давай масочку мы с тобой сейчас наденем. Поглядим. О, это как в первой части, ребята. Монти Гольф. Что там, блин, происходит? Один вопрос. Так, здесь закрыто, смотри-ка. Дружище. Оу. То есть, ты понимаешь, надо будет и, конечно, ее снимать. Окей. Не понял. Хорошо. Давай смотреть, что дальше у нас. Пицца. Твою мать! Ну что, кваску махнул все-таки. Боже, это очень круто. Ребята, это очень круто. Так, давай глядеть, что у нас здесь. Тут что-то у нас. Не бросай поиски, мне нужна твоя помощь. Грегори, Грегори, я тебя слышу. Если ты слышишь меня, отключи все средства безопасности. Отключи их все. Какая безопасность? О чем ты говоришь? Это... бред какой-то. Узлы в безопасности. Найди и отключи их все. До сих пор я не смогу выбраться. Грегори, узлы безопасности, что это вообще? Слушай, такое чувство, что это вообще не Грегори. Что-то кажется мне, это вообще не Грегори. Ля, какая пицца, ребята. Блю чиз, да? С плесенью. Но это не благородная плесень. Ладно, ребят, в общем, на этом мы пока что заканчиваем. Сразу говорю, давайте наберем 5000 лайков. Мне очень-очень будет приятно. Ребята, я сегодня обещаю, я финал дропну. Реально, сегодня видосиков куча будет. Поэтому ставь лайкосик, залетай в Телеграм, чтобы уведомления сразу же получать. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка. Через часик где-то новая серия. Так что, бро, не пропусти.